аплодисментами его встречаем. Планы эти наверх остался делать скалкап и немножко не справился с управлением, но я думаю, ничего страшного, потому что впереди у тебя не меньше минуты. 360 ступеней. Отлично стукнул, молодец, красавчик. Итак, продолжает открывать стрит-зону. О, какой лифт-файт вниз по огромнейшей перемене. Так, отлично, Банетти. Едет вниз, едет вниз. Так, Фивол. Уверенно. И следом фронтсайд Фивол. Фивол с другой стороны не чуть-чуть не так уверенно, как свой родной. Но я уверен, это еще не все, чем ты нас можешь удивить. Я уверен, что увидим хорошего контроля в ходе дворе, поэтому остается лишь смотреть, наблюдать и получать от него катание куча больше. То есть так же, как и он это делает. Так, 30 секунд. Фивол наверх попытался с нечужим пролетом, но немножко не долетел. И брать Тотери попытался на мыл, но чуть-чуть так же не докрутил. Итак, 23 секунды у тебя осталось. Итак, Филипп Харламов, чемпионат России 2017 года, и мы все внимательно смотрим на тебя. Давайте пошумим для Филиппа Харламова, для нас же он прямо сейчас и старается. И амплитуднейшая, какая трёха в дроп. Очень эффектное завершение своей попытки. Я уверен, что увижу тебя в финале. Итак, следующий кадр, который, мне кажется, совершенно точный.